Всем доброе время суток, уважаемые рукодельницы! Всем большой пламенный творческий привет! А данную шапку, вот так вот вы, наверное, ее узнаете. Это уже фирменная шапка нашего канала. Неоднократно уже вязали мы ее первый раз 2 года назад, мужскую, из темной пряжи, сейчас уже не помню какая, и из тонкой пряжи вязали мужскую, и из толстой. В этом году я ее вязала уже с подгибом для сына, ушком потеплее. И, конечно же, она может быть и мужской, и женской, да? Здесь зависит все от того, что вы хотите от шапки. Анатомическая, то есть по голове, или с высокой макушкой. Девочкам, мальчикам, детям, кому угодно можем вязать. В стране мам эту шапку назвали шапка с большим будущим. Абсолютно соглашусь с девушкой. Она связала своей дочери вот примерно из такого какого-то голубой, из какой-то голубой пряжи, вязала именно вот такую анатомическую ребенку для того, чтобы одевать шапочку под капюшон. Я же вязала себе шапочку не бини, со стоячей макушкой, но невысокую. Вся шапка у меня 24 сантиметра. Вязала для себя ее. Сама резиночка у меня буквально сантиметров 5. Далее выходим двумя рядами на резинку 4 на 4. Вся изюминка, да, вот в этих переходах. И потом я решила также, провязав в районе 6-7 сантиметров резинкой 4 на 4, я ушла на резинку 2 на 2. И закрывать мы ее, конечно же, можем по-разному. У меня закрытие макушки тыковка. Я люблю такое закрытие, ну, более пышная такая макушка получается. Конечно, закрывать мы можем по-разному. Можем закрыть шапку 4 клина, да? Как нравится, так и закрываем. Высоту лавируйте сами, как хотите. Я вам озвучила все свои цифры. Теперь пробежимся по пряже. Пряжа у меня либо Дарвин, либо Баунти. Я точно не могу сказать, потому что она не маркирована. Артикул этот говорит о том, что это стопроцентно карный меринос. Я оставлю ссылку на видео, где показывала расцветки, которые у меня есть этой пряжи, и озвучивала там состав пряжи и оставляла ссылки на эту пряжу. Она недорогая. Давайте по пряже. Вязала я в 4 сложения. Это у нас карный меринос, который с пушком. После каждой стирки она пряжа раскрывается, распушается. Немножечко дает пушок. В 100 граммах 1500 метров. Вязала в 4 сложения. Делим на 4, получается 375 метров на 100 грамм. Спицы использовала номер 4. Как вязать от двух моточков в 4 сложения? Давайте покажу. У нас есть такое видео на канале отдельно, но мне не трудно показать. Значит, складываем от одного мотка. У меня это на моталке отмотано, можно вручную отмотать. В 3 сложения ниточку складываем от одного моточка. Да? Я показываю на маленьких кусочках, конечно, это должно быть там несколько метров. И у нас вот такая есть петелька. Через эту петельку подхватываем ниточку и протягиваем. Тянем, тянем, тянем несколько метров. У нас снова получается ниточка в 3 сложения. Данного узелка абсолютно не видно. Он не узелок, а просто перекрещены ниточки там. В 3 сложения я вязала от одного моточка, и 4 у меня от другого. Вот таким образом у меня получилось 4 сложения нити. Теперь расчеты. Вяжем образец. Спицами я вязала номер 4. Связала образец, резинка 2 на 2, потянула, расправила и замеряю ее. В 10 сантиметрах у меня 19 петель. Соответственно, в 1 сантиметре 1,9 петли. На размер головы 55 умножаю на свою плотность вязания. Получаю 104,5 петли. Если бы я вязала шапку с подгибом из этой пряжи, то, исходя из своих расчетов, я бы сделала следующее. 104 петли, основное число. Отнимаю 10%. Получаем 94,5. Так как нужно кратно 8 на данную шапку количество петель, я бы набрала 96 петель с подгибом. Я вязала без подгиба. Значит, расчет следующий. Основное число. Отнимаю 15%. Получаем 88,82. Сотые. Кратно 8, получается 88 петель. Набрала 88 петель фабричным набором. Можете этого не делать, это я так люблю, я даже носки так вяжу. Кстати, у нас с вами скоро варежки будут анатомические. И все остальное
смотрим уже в ролике. Желаю вам, будьте здоровы, девочки, обязательно оставайтесь красивыми, легеньких вам петелек. С вами была Настя, смотрим, как вязать шапку данную. Когда я выполняю фабричный край, у меня всегда начинается начало кругового ряда, начинается с двух изнаночных и заканчивается двумя лицевыми. Для удобства снимаю маркер начала кругового ряда, провязываю одну изнаночную петлю и вешаем маркер. Первый ряд нашего узора. Раппорт начинается, значит, с одной изнаночной, 8 петель и заканчивается одной изнаночной. Маркер стоит. И второй раппорт я также отметила. Для удобства можете себе пометить каждый раппорт. Кому как нравится. Покажу со вспомогательной спицей и без нее. Итак, первые две петли, изнаночную лицевую, из этих двух петель делаем жгут с поворотом вправо. Изнаночную петлю переснимаю на правую спицу, не провязывая, лицевую на вспомогательную. Изнаночную возвращаю на левую, со вспомогательной возвращаем на левую и провязываем по узору. Лицевую вяжем лицевой петлей и изнаночную вяжем изнаночной петлей. Поменяли местами жгутик вправо, теперь жгут с поворотом влево. Первую петлю снимаю, оставляю перед работой лицевую, изнаночную провязываю с левой спицы, возвращаю лицевую петлю на левую спицу и провязываю. Поменяли местами, у нас получилось по краям лицевые, посередине 2 изнаночные. Далее вяжем по узору до конца раппорта. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Раппорт закончен. Далее он повторяется. Заканчиваем вместе первый ряд, последний раппорт. 2 петли перекидываю на правую спицу, сзади забираю изнаночную, спереди лицевую. Лицевую одеваю на левую спицу. Провязываем по узору, лицевая петля, изнаночная. Следующих 2 жгут с поворотом влево, 2 петли переснимаю, лицевую забираю спереди, сзади подхватываю изнаночную и одеваю. Они у нас не провязаны, теперь провязываем изнаночная, лицевая. Это 4 петли из раппорта. Далее 5 изнаночная по узору, 6, 7 лицевая и 8. Начинается второй ряд. Вот здесь для удобства одну петлю возвращаем на левую спицу. Меняем раппорт. Переместили раппорт на одну петлю вправо, да? И у нас начинается с одной изнаночной и заканчивается круговой ряд двумя лицевыми. Также 8 петель в раппорте. Я уже заранее отметила 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С одной изнаночной начинается наш раппорт, второй ряд. 2 лицевые заканчиваются и так далее. С одной изнаночной и двумя лицевыми заканчивается. Также по 8 петель. Вяжем второй ряд нашего узора. Изнаночную с лицевой. Давайте покажу со вспомогательной спицы. Изнаночную, не провязывая, перекидываем на правую спицу. Следующий идет лицевая на вспомогательную. Меняем местами изнаночную, возвращаем. Со вспомогательной лицевую также возвращаем. И провязываем по узору. Лицевая. Далее идет изнаночная. Выполнили жгут. Далее изнаночная. Изнаночная. То есть, смотрите, у нас должно, мы сейчас выходим на резинку 4 на 4. Одна у нас петля лицевая есть, далее пошли 3 изнаночные. 1, 2, 3. И далее жгут с поворотом влево лицевую петелечку. Оставляю перед работой, провязываю изнаночную. И по счету у нас уже 4 изнаночная. Возвращаю петлю со вспомогательной спицы на левую и провязываю. У нас получилась лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая. Далее провязываю 2 лицевые. Раппорт второго ряда закончен. Далее он повторяется. Последний раппорт заканчиваю вместе. У меня 3 лицевые есть, нужна 4 лицевая. Меняем. Делаем жгут из 2 петель с поворотом вправо. Изнаночную сзади подхватываю на левую спицу. Левая спереди и
меняя, поменяла местами, провязываем лицевая, получается четвертая. Далее по узору изнаночная, далее 2 изнаночные, 1, 2, и в сумме у нас 3 изнаночные. Жгут с поворотом влево, 2 петли переснимаю на правую спицу, спереди забираю лицевую, сзади изнаночную. Поменяла местами, провязываю изнаночную, получается 4 изнаночные и лицевая. До конца ряда по узору раппорт последний закончим. Все, далее мы вышли сейчас на узор 4 лицевых, 4 изнаночных. 4 лицевых, 4 изнаночные. Далее продолжаем вязать в том же духе. То есть далее вяжем по узору. Маркер поставьте так, как вам удобно. Я поставлю перед изнаночными петлями. 4 изнаночных. Дальше вяжем по кругу. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3. Маркер снимаю, больше не нужен. 4. И так далее. 4 изнаночных, 4 лицевых. Резинка 4 на 4 я провязала несколько сантиметров. 6,5 сантиметров. На ваше усмотрение. Теперь начало кругового ряда у меня начинается перед изнаночными петлями. Возвращаю одну петлю назад и ставлю сюда маркер начала кругового ряда. Также за 2 ряда уйдем на резинку на 2 на 2. Каким образом? Отмечаем раппорт 8 петель, начиная с 1 лицевой, 4 изнаночных и 3 лицевые. 8 петель. Отметили раппорт. Далее также 8 петель раппорт. И каждые 8 петель для начинающих можете себе пометить. Теперь лицевую с изнаночной снимаю на правую спицу, не провязывая. Лицевую забираю на левую спицу спереди, сзади подхватываю изнаночную, меняем их местами. Одеваю на левую спицу. Провязываем по узору. Изнаночную изнаночной, лицевую лицевой провязываем. Далее 2 изнаночные петли. 1, 2. Снимаем на правую спицу 2 петли, изнаночную и лицевую. Изнаночную петлю забираем сзади, лицевую на левую спицу одеваем впереди и провязываем по рисунку. 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее 2 лицевые петли. 1, 2. Далее раппорт повторяем. Последний раппорт первого ряда провяжем также вместе. Лицевую с изнаночной снимаем на правую спицу. Выполняем жгут с поворотом, с наклоном влево. Лицевую на левую спицу переносим. Перед работой сзади забираем изнаночную и на левую спицу возвращаем. Провязываем по узору изнаночную изнаночной, лицевую лицевой. Далее 2 изнаночные петли. 1, 2. Жгут с поворотом вправо. 2 петли снимаем на правую спицу, не провязывая. Изнаночную сзади подхватываем на левую спицу. Спереди забираем лицевую и переносим ее первой на левую спицу и провязываем лицевую лицевой, изнаночную изнаночной. В конце ряда 2 лицевые петли. 1, 2. Закончили первый ряд. Далее второй ряд данного узора. В нем мы уйдем на резинку 2 на 2. Выполняем следующим образом. Провязываем первую изнаночную петлю. Далее выполняем жгут с наклоном влево, с поворотом, с наклоном влево. 2 петли снимаем, лицевая и изнаночная. Лицевую перед работой оставляем, сзади подхватываем изнаночную петлю, поменяли их местами. Провязываем сначала изнаночную, потом лицевую петлю. Далее жгут с поворотом вправо из 2 петель. Изнаночную и лицевую петлю снимаю на правую спицу. Сзади забираю изнаночную петлю, спереди подхватываю лицевую и одеваю на левую спицу. Провязываем по узору лицевую лицевой петлей, изнаночную изнаночной петлей. Далее идет 1 изнаночная и 2 лицевые. 1, 2. Далее раппорт повторяем. Последний раппорт провяжем также вместе. 1 изнаночная, это последние 8 петель. Далее лицевую с изнаночной переносим на правую спицу.
Лицевую спереди забираем, всегда лицевую спереди. Изнаночную сзади подхватываем, одеваем на левую спицу. Провязываем изнаночную изнаночной петлей, лицевую лицевой петлей. Провязали. Далее жгут с поворотом вправо. Переносим изнаночную лицевую на правую спицу. Сзади левой спицы забираю изнаночную петлю, скидываю, спереди подхватила лицевую. Одеваю на левую спицу и провязываем. Лицевую лицевой, изнаночную изнаночной. Далее идет одна изнаночная и 2 лицевые. И во втором ряду в этом мы вышли на резинку 2 на 2. Далее мы вяжем просто резинкой 2 на 2. 2 изнаночные, 2 лицевые петли, 2 изнаночные и так далее. 23 сантиметра. И приступаем к закрытию. Первый ряд закрытия. 2 изнаночные будем провязывать вместе одной изнаночной петлей. 2 лицевые вяжу как есть. 1, 2 лицевые. Изнаночные провязываем 2 вместе изнаночные. И так далее до конца кругового ряда. Закончим первый ряд убавок вместе. 2 изнаночные и 2 изнаночные вместе и 2 лицевые. 1, 2. Второй ряд. Второй ряд у нас изнаночная и 2 лицевые стоят. Лицевую вместе с изнаночной провязываю за переднюю стеночки слева направо классикой. То есть убираем изнаночную петлю, прячем под лицевую и 1 лицевая. Далее снова 2 вместе, изнаночная 1, 2 лицевая, 2 вместе лицевой. Так, у меня несколько ниточек, чтобы все их захватить. И 1 лицевая. И так далее. И снова 2 вместе изнаночной с лицевой. Это второй ряд нашего закрытия шапочки. 1 лицевая и так далее. То есть по факту у нас остаются все лицевые петли. Второй ряд также заканчиваем вместе. Лицевую с изнаночной провязываю 1 лицевой. Подтягиваем, да? И 1 лицевая. Третий ряд убавок. Вот теперь смотрите, где у нас была изнаночная петля, вот 2 петли встретились, да? Вот теперь их будем убирать, 2 вместе. То есть провязываю 1 лицевая, провязываю ее. И вот эти 2 вместе будут. Слева направо классикой. Такая убавка смотрится гораздо красивее. Снова 2 изнаночные у нас. И 2 лицевые над ними, да? 2 вместе. То есть фактически мы дальше пойдем по 2 вместе закрывать шапку. Так, у меня я туго вяжу. И так далее. Заканчиваем вместе. Третий ряд. 2 вместе и 1 непарная у нас остается. Так же, как и в начале ряда была 1 непарная. Для этого мы ее снимаем, не провязывая. Переодеваем на левую спицу и 2 вместе провязываем, то есть сместились на 1 петлю. Итак, четвертый ряд точно так же по 2 петельки дальше. И вяжем так до 12 петель. Делаем убавки, пока не останется 12 петель. Вот этот ряд должен быть последним, четвертый. Под камеру очень неудобно показывать. По 2 вместе провязываем по весь круг. И последняя убавка в четвертом ряду. 2 вместе. Туго очень вяжу. Итак, снимаем маркер. Дальше отрезаем ниточку. У меня получилось на спицах, по-моему, не 12, а даже меньше петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель получилось при моем количестве. Если у вас пряжа тоньше, можно 16 петель закрывать. Так, чтобы макушку оставить нам пышный. Теперь отрезаем ниточку, ну, сантиметров 20, складываем ее пополам и хвостик один оставляем, делаем чуть длиннее, складываем ниточку пополам. Можно вот сюда вот продеть иголочку и вот так вот переснять все петли, но я буду без иголочки, не хочу доставать, просто буду переснимать петли на вот эту ниточку, на двойную, понадежнее. И протаскиваю сквозь каждую петлю. Вторая петля. И так далее.
Наверное, удобнее иглой, просто не хочется доставать ее. Или с помощью крючка можно. Закрываем до последней петельки вот таким образом, то есть перекидываем все петли на ниточку. И последние две петли. Одна и последняя. Что мы получаем? Мы получаем вот такую замечательную пышную макушку. Теперь можно либо вот эти две ниточки связать туго-натуго, или продеть вот сюда. Вот два варианта есть. Только это все нужно сделать по изнаночной стороне. Через петлю, давайте сделаю повыше, так чтобы было понятно. Разложу макушку. Вот так вот кончик один через двойную ниточку протаскиваем и затягиваем. У меня бобинная пряжа, она в обработке, в пропитке, поэтому тянуть буду очень аккуратно. И выводим этот хвост на изнаночную сторону. Здесь мы хорошенько все затягиваем и фиксируем ниточку, да, прячем ее куда-нибудь в лицевую косичку с помощью иглы или с помощью крючочка. Прячем кончик под косичку лицевую с помощью крючочка или иглы. И отправляемся стирать шапочку с шампунем или с моющим средством, так как пряжа бобинная. Поэтому именно либо шампунем, либо моющим средством замачиваем, вымачиваем и стираем. Руками, естественно, пропитку отстирываем и носим с любовью и с удовольствием. Вяжем себе и близким в подарки. Макушка готова, макушка прекрасная. С вами была Настя. Легких вам петелек. Пока!